Россия. 2021 год. Количество киберпреступлений выросло на 75%. Аналитики фиксируют двукратный рост числа фишинговых сайтов. Ущерб от атак только в банковской сфере составил порядка 10 миллиардов рублей. Объем вырученных вымогательским ПО выкупов вырос в 3 раза и превысил 300 миллионов долларов. Большинство компаний продолжают работать в гибридном формате. И именно поэтому информационная безопасность сегодня – приоритет номер один для каждой организации. Angaray Technologies Group – это более 100 партнеров, более 300 проектов, более 500 клиентов, более 160 сертификатов.